У жителей сортировки покупают мусор. Здесь открыли пункт раздельного сбора отходов. Теперь местные жители могут заработать на использованных пластиковых бутылках и тетрапакетах. Но это за деньги или как? Новый киоск вызвал удивление у жителей сортировки. Вместо продовольственных ларьков, которых по всему району не счесть, здесь покупают, причем мусор. Расценки невысокие, от 3 до 10 тенге за килограмм, но все лучше, чем утилизировать отходы бесплатно. Пункт раздельного мусора установлен у нас с целью улучшения санитарного и экологического состояния Октябрьского района. Работать данные пункты будут с 9 часов утра до 17:00. Весь мусор будет раздельно собираться, то есть есть раздельные контейнера, отдельно для пластика, отдельно для бутылок, картона. Взвешиваются они на обычных весах. И сумма выплачивается сразу людям. Это уже второй пункт раздельного сбора мусора в Октябрьском районе. Первый установлен в Пришахтинске в сентябре. Еще один появится в Майкудуке на следующей неделе, говорят чиновники. Кстати, инициатором проекта стала местная компания, занимающаяся уборкой благоустройства. Идея местных жителей хоть и удивила, но порадовала. Чище будет, конечно, и экология, и все нормально. Вы приведете? Да, мне... Ничего, идея хорошая. По-моему, это хорошая идея. Чем выбрасывать мусор на улице, так и всем хорошо. И чисто в городе, и полезно. Во-первых, будет чистота. Меньше мусора у нас будет. Продавать? А то буду. За рубежом тоже продают мусор. Собирают, придут, расходы. Купленный мусор будет переработан на заводах. К примеру, пластик и жесть направят на вторичное производство. Ирина Камышова, Габиден Курышбеков, Первый Карагандинский.